Салам. Здорово, Андрюх. Реально, Санек, найдем. О, Петя, бля, здорово. Петька, кто последний вступил в ДД? Еще хуй знает. Да, Барс, ПСЖ. Ни за кого мне на обоих насрать. Типа, просто странная херня, что они уже два мяча отыграли. Да, Ноа, кстати. Есть твои треки? Да нет, еще нету ничего, чтобы ставить прям так весело. Шмель, пидор. 8 марта, братишка, тебя, братишка. На какую вечеринку? О, любовь. Любовь, люблю. А это сказать вам. Я релиз дропну, типа, блин, если его сведут. В течение этого месяца, я думаю. Саша. Не Фим пишет. Янг Нигат. Че, с Лерой не поздоровался? Да блин, с Лерой. Все нормально у меня с Лерой. Аллах. Сыр? Я хочу сыр. И вижу твою трансляцию, говорит Ефим. Ну залетай в трансляцию, тогда пообщаемся при всех. Мама, pray for me. Так. Блин, у меня мама в инстаграме подписана, постоянно палю, типа. Хай-фай, с Любы, только копченый сыр. Привет, Ефим. Как дела? Как работа? Мне сегодня на группнице кушала фарш. Чё? Тут люди странные, люди. Не слушай. Раф Симмонс тут какой-то еще говорит. Трансляция опаздывает. Не то опоздал, че. Ты не смотри и не говори. У Джумака. Я стал его фанатом, Маршу. Это у Джумака. Проект у Янг Нигас. Янг Нигас. С двумя га. Good luck. У меня норм. Пожалуйста, привет, Марк Миронов, брат. Эйс, смешное лицо. Ты себя видел, блядь? В джипсе нахуй стоял, блядь. На сцене, блядь. Зырил на всех. О, Гриш, брат, салют. Да, делаешь трансляцию, все друзья залетают и общаются, короче, в итоге, типа, читаю рэп, читаю, пиздец, каждый день. Да, Колян быстро подъезжает. Жмак, я в Нигас. 39 вступил последний династию, кстати. Это точно. Да он обиделся и ушел. Кидай. О, Люба, о, Ефим. Коля умер. Да, я вижу. 39-й династия. О, блядь. О, Гриш. Чё, Люб, как сгоняло? Как отдохнул? Never needed telekinesis, but we moving bogus.
purpose. Climbing mountains apart, oceans got me feeling Moses. My only command, man, is just to stay focused. The roll curling and burning bushes just to free the hopeless. Oh man, instead of speeding when we could have cut you. Саш, да ты будешь рассказывать, что мы лучше. Ты девка Джим вообще. Че? Что ты руками делаешь? Ничего. Смешно. Олег офишел. Здорово. Здорово, Олег. Пиздец. Не расстраивайся, да. Это не хуже того клипа, который я сегодня видел. В Англии. Как дела? Как Настюх? Что там учитесь вообще? Да, был. Что рассказывать? Нечего рассказывать. Фак я. Я в этом просто ничего не понял. Фак, я что-то косяк. Бля, ты на тебя посмотрел. Спасибо. Блин, а ты что думал, Англия, это тебе, блин, не шарагай, факин, сделал ему зло чуть потише. Извини, Гриш. Ты всегда просишь делать тише. Ой, да Солки мне даже не ответил, когда я последний раз ему писал. Так что не буду с ним дружить. Привет, привет. Мой бэй. Такой, чё, он меня не добавлен? Ну ладно, будем слушать ответ. Глеб, что? Ты сорт. В России сорт. Вот здесь треки, вот здесь треки. Продаю эйп недорого. Да ты ничего продать не сможешь. Тебе тоже теплую ночь. Дягила. Нижний кучу записки. Двуголовые собаки делим кэш. Грайнхаус, я. Что, отец? Все ясно. Че, если бы ты меня увидел, чё бы ты подумал, отец? Вот поэтому я вот... Что за трек? Kill it, yeah, это Джимбо. Ой, блядь. Не прессуйте Ефима с треком, он обидится. Скажи, я бы, чтобы зрела плав. Когда я иду там. И в пуле в лоб. Я не стану трахаться с этим дерьмом. Умолю тот с моим бро. Завтра. Каким с дымом мы завтра. Наши планы. Имя Джей Мельц Проз. Суки, что я пал мозг. Хэлла, Хэлла Хилл. Да нет никаких наркотиков. Какие джойнты, о чем вообще говорит? Ничего нет. С каким Андреем? Мусорам, кто будет смотреть мой инстаграм? Чё вообще за хуйня несёте? Привет. Целый клан. Я смотрю, мой жёстко, чувак.
тебе привет, привет, я не думаю, что ты наркотики пройдешь. А Саша, что это завтра будет во всех интернатах. Тупая сука, заткнись. Привет. Ну, видишь, есть за что спасибо мне сказать. Грэнхаус. Чё, Грэнхаус классный рэп был. Юношеский, подростковый. Было весело, типа. Мы реально веселились от души, типа. Нам было очень просто и круто. Я не знаю, блин, много чего слушаю. Нет какого-то одного чувака. Не знаю, зарубежной музыки так много, что вообще же насрать. Священник. Вот, когда церковь, короче. Завтра. Это очень крутой трек. Он не грустный нифига. Я вчера наоборот, когда услышал, все самым счастливым человеком почувствовал. Средний палец вверх. Смоки мо. Уебок, сука. Ей, иди нафиг. Сейчас спалишься. Че куришь? Сигарет? Ты че, коп? Ты будешь, спасибо. Да, слыхал, прикольно, мне нравится. Мне больше нравится, где он грустный вообще, а не где он жестко рыпует. Потому что по-другому нельзя было меня назвать. Только так. И насрать на Телеграм, потому что... Поиграть с голосом как-то умеет. Странно звучит. Салуки и друзья. Да, это про меня. Собрание Мальбро. Спасибо. Я в подъезде, потому что в подъездах плохо все. Скейт. Что ты сказал вообще? С Глебом, да хуй знает, лет 7, 8, 9, 10. В общем. Ща. Здорово, Макс. Пахен, Мипов. На который удобно катать, пиздец. Меня летом последний раз. На день рождения у бабушки.
вечер. С дымом из окна нашим планом с утра. Украина. Меня люди смотрят с Украины. Да лет 9, 8, 7. Как жизнь с кем брат? С бабушкой. Да не хочу спать. Какой сон? Их два было, нет? Ты про какой? Да я помню, просто сказал бы Сева, я тебя помню. Меня посадят. Привет, Днепр. Я чего Одесса, например. Одесса меня больше вроде прикалывает. Не в обид Днепр. Семец. Молодой семец, здоровый. На 90 меня все кинули. Зелен. Здоровый Зелен. Пиздец, давно вообще не видели. Ты мы живем. Как это класс, Димон круто делает. Очень круто Димон делает. А что сзади айфонов перестали писать на сколько мне гигабайт? Да я помню, сердце. Мы недавно только тебя вспоминали. С Андрюхой просто. Сколько дела, да все классно. Я люблю еще раз. С каждым годом. Кто знает, вроде сильно лучше, чем шестом. С
Все хорошо, и все, типа. Да, все. Своим чередом. Университет заканчивается, типа. Через. Спрятай. Не знаю, я никогда не покупал шмот. Ну, короче, такие дела. Что-то рассказывать вам тоже не хочу. Я просто отключил прошлое и решил попрощаться. Я буду играть в классную игру. Покажу вам. Не послушаю. Хризон называется, которая новая от Sony вышла. Там где-то за рыжую девушку играешь. Постапокалипсис далеком, где все живут как примитивные люди. Финансово не все. Дайте мать, я. Дайте мать. Москва, да. Прада. Лоджи Мак. Прада. Прада. Бренд. Короче, играй как кайфовое. Типа, тут загрузка, но это фигня, типа, понятно. Тут всякие туториалы пишутся. Сименс, салют. Блин, что она так долго загружается? Ну, наверное, потому что первый раз, типа. Там, короче, прикол в роботах, короче. Такие машины, типа, из стали, но они как животные себя ведут. И у них всякие примочки крутые. Роботские, типа. Нет. Короче, я у костра тусуюсь, а это мой металлический конь. Ну, я такой чилюсь, типа. Ну, и, короче, я погнал дальше чилиться. Хризоум от Sony, ведь она вообще везде, типа, дается. Все, всем пока.